теперь можно запустить, оно летит намного медленнее, чем обычно. И тут можно покататься? Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик ZPlayGG. Всем привет! Сегодня мы построим слоумо машину или же гравитационную машину. Ты сам это придумал и нашел на Ютубе? Изначально я хотел построить черную дыру, которую я нашел на Ютубе, но потом я понял, что происходит один баг, благодаря которому получается слоумо, замедленная съемка. Откуда тебе пришла такая идея? Ну, изначально я, значит, строил по видео, потом у меня толком-то ничего не получилось, я начал просто делать, что захочу. То есть я запускал вот так вот ракеты, просто запускал, и они падали очень медленно. Падали, летели. Я запускал другие ракеты, они очень медленно падали. Потом я запускал блоки, тоже очень медленно начали падать. И я решил все-таки это отправить тебе. Мне кажется, это получалось довольно-таки прикольно. Спасибо тебе, давай теперь попробуем это сделать. Так, что нужно делать? Начинаем строить. Так, сначала нужно в настройках строительства выключить, зафиксировать блок и уровень соединения на красную. Так, все, я поставил. Потом поставить два блока на друг друга. И верхний растянуть вперед. Все. Потом на него поставить любую ракету или же турбину. Ломаем нижний блок. И ставим любое кресло, автокресло, авиакресло. Так вот. Теперь выделяем нижний блок. Отверткой. Допускаем и быстро фиксируем. Удаляем верхнюю турбину. И все. Конвейер должен получиться. Можно вылить и стул. Так. Потом нужно отступить на 20 блоков. Где-то вот тут. И поставить напротив этого любой блок. Все, я поставил. Так. Потом на него, на этот же блок, поставить шарнир, направленный вверх. Так. Потом этот конвейер дорастягивать до этого блока. А! Все работает. И теперь просто остается кликать очень много на верх этого шарнира. Вот так вот. Но поправочка. Еще одна. Скажу, чтобы не повторялось такое. Вот, допустим, у вас стоит шарнир вот тут. Так вот. И нужно ставить именно на вот эту желтую пымпочку. Потому что если получится так, что вы поставите сюда, то не получится. Так вот. А, понятно. Давай тогда ставить блоки. Ну, именно вот так вот. Почему ты так быстро блоки ставишь? У меня очень удобное управление на телефоне. Я просто... Когда вы начнете видеть, что блоки уже замедляются, вот когда они летят, видите, они уже медленно. Да, вот они. Хоть скорость турбины летят. Нормальная, скорость турбины намного быстрее, чем это. А конвейер сделан по турбине. Теперь, когда вы заметили это, можно рулеткой убрать этот блок, который мы сюда оттягивали. Вот так, конвейер, кстати, и я его оттяну. Они обратно летят. Да, теперь нужно, чтобы они все прилетели обратно. Чем больше, короче, блоков, тем лучше. Ждем, пока они все там появятся. Желательно там не находиться. Так. А. Все. Это весь механизм, который должен сделать слоумо. Теперь
Просто берем любую вещь, допустим, ракету. Запускаем. Она в бездну Чего? провалилась. Не понял. Еще раз. Так. О, вот это нормально. Она очень медленно падает. Вот запустим. Запустим. Он летит немножко не в ту сторону. Только. Вот так вот. Блин, что такое? Опять у тебя упало. Все блоки падают. О, у меня тоже упало. О, все. Теперь можно запустить, оно летит намного медленнее, чем обычно. Сейчас мы попробуем еще раз, но в этот раз поставим очень много блоков. Сейчас я включу автокликер и на немного отойду. Все, я сейчас приду. Автокликер поставил. Ой-ой-ой. Тут можно покататься. Я буду помогать распределять их. Нет, а что если здесь стенку построить? Я вернулся. У меня тут какой-то такси везет. Ой, никто меня подвести не хочет. Ой. Тут их много. Стой, ты пока не ставь свои эти шарниры, не убирай. А ну-ка, если не делать, ну то есть. Ну да, вот я про Сейчас. это говорю, потому что они потом колбасятся, и кажется, это из-за этого они в бездну падают. Ой. Видишь? Так, стой. Дай красный ускоритель. У тебя нет? А, что-то быстро. Нужно все-таки, чтобы они О, тут медленно, находились. вон. Ждем. У-у-у. Вау. Там некоторые блоки застряют из-за того, что там спавны. Ну, падает помедленнее. Теперь можно запустить, оно летит намного медленнее, чем обычно. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games. Всем Да. пока! Всем пока.